Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые мои земляки. Сегодня 22 августа, и я начну первым с вами. Очень многие у нас спрашивают, у меня спрашивают в комментариях везде всегда, чтобы я рассказала немножечко о себе. Но так как я думаю, что этого не нужно, я, допустим, не претендую ни на какие посты, ни там, ни на президента, ни на министра, ни на чего. Поэтому я думаю, что моя история здесь абсолютно никому не нужна. Единственная моя борьба – это за диктаторский режим в Туркменистане. Но без конца просят, я хочу коротко сейчас рассказать о себе. Я приехала в 2005 году в Америку. Конечно, приехала я с финансовыми проблемами. И до этого я была предпринимателем 7 лет. И так получилось, мы попали в инфляцию. Все дела у нас легли, и у меня почти год я не работала. И у меня, значит, все приостановилось, а стоял у меня в залоге большой мой дом, и нужно было расплатиться за дом. Значит, я решалась поехать или в Турцию, или же в Россию. Но до этого мне моя подруга предложила и сказала, что давай попробуем подать на визу в Америку. Значит, 3 недели было до моего отъезда в Турцию. Я поехала в Ашхабад и зашла в посольство Америки просить визу. И так случилось, что мне просто повезло, подруга моя не попала, конечно, очень было жаль. Я получила визу сразу же, знаете. Вот, я приехала в 2005 году, попала в семью очень хорошую семью попала, работала долго с мальчиком. Значит, по дому был большой дом, я все убирала, стирала, гладила, готовила, смотрела за мальчиком. Вот, ну, все, что нужно было делать, я делала в этом доме. Вот. Семья была хорошая, она, моя хозяйка, имела большой офис, и я на выходные, не имея выходных, я, значит, ездила к ней в офис и убирала ее офис. И после, как я ушла от них, я этим занималась 5 лет. 5 лет я ездила в Манхэттен, и я убиралась у нее в офисе. Ну, я все подробно вам расскажу. После моего приезда, через год, у меня Нагима очень долго училась в американском, этом, как его, в американской компании у нас там в Туркменабаде. И всегда она брала уроки, она закончила несколько левелов и всегда просилась в Америку. После окончания школы я решила попробовать Нагиме сделать студенческую визу. И, значит, Бог дал, Аллах помог, она получила визу. Вот она, вы знаете про нее, она приехала, она училась. Вот до сей день вот вы про нее уже знаете. Значит, коротко расскажу про Нагиму. Она была очень... Ну, она и есть послушная. Просто хочу сказать, так как я одна была в Америке, через год уже я работала день и ночь, выходные. Даже если у меня один день еще где-то есть свободный, я работала в семье 5 дней. Один день я работала в офисе, и в другой один день я убиралась в одном большом доме, где жили итальянцы, и там очень хорошо мне платили за уборку, за все, потому что все делала на совесть. Вот. После я, значит, Нагима
Ну, за год у меня рассчитался я со всем банком, все нормально. И, значит, Нагиму мне надо было устроить. Я Нагиме сняла за $450 комнату. Очень была комната большая, уютная, потому что я всегда думала о том, что мы эти свои года никогда не вернем. И мы не можем жить как попало. Мы должны жить как нормальные люди. Вот. И в то время было 450, очень большие деньги, но у меня была моя, не была, она и есть у меня моя подруга, на выходные приходила к Нагиме и, значит, находилась с ней. И она платила, значит, $100. Я после 5 дней, когда Нагима приехала, я, значит, один день, субботу, ехала в Манхэттен от хозяев, от этих же хозяев я выезжала в Манхэттен, убиралась, и субботу убиралась, в воскресенье я, суббота полдня, и в воскресенье полдня я, значит, помогала Нагиме готовила, потому что она и училась, и работала, хоть какая-то помощь от меня, я ее хорошо поддерживала, но она работала, значит, и она устроилась, там маленький был ресторанчик уйгуров. Работала очень тяжело, но я ей сказала, что ты должна немножко хоть как-то помогать маме и должна немножечко меня поддержать, потому что школа была очень дорогая. Мы должны были оплачивать как international студент, вот, никаких скидок, никаких нам не было льготов, поэтому я попросила ее работать. Она не сказала нет, я ее устроила, значит, в этот ресторанчик. И в один день как-то я на выходные прохожу мимо ресторанчика, зашла, не зашла, я прохожу, там такое, знаете, большое окно, и выбегает Нагима со слезами. Я ей говорю, что случилось, в чем дело. Она говорит, мама, я больше здесь не могу работать. Я, говорю, беру тоже нагрузку сильно, но они, говорит, всегда недовольны чем-то. Я сказала, хорошо, пойдем со мной. Она говорит, нет, мама, я не пойду. Я говорю, ты пойдешь. Я ее взяла за руки и повела, значит, к этому боссу ресторана. Женщина была хорошая тоже, знаете. И я ей сказала, пожалуйста, если у тебя есть какие-то разговоры, если у тебя какие-то есть недовольствия, пожалуйста, все претензии сделай ко мне. Нагима, она очень послушная, она должна понять, пожалуйста, не доводите ее до слез, потому что она учится, она работает, ей тоже нелегко. Она, в конце концов, молодая девчонка, считайте, она была. Затем сработались, все нормально, все хорошо, они были такие довольны. До сих пор мы тоже с ними держим контакты, какие-то свадьбы, какие-то там мероприятия, мы всегда держим контакт с ними, контакты. Вот. И в один день Нагиме сказали, что она должна продавать на улице пирожки. Она мне звонит и говорит, мама, я, говорит, не хочу продавать пирожки, я стесняюсь. Я сказала, Нагима, ты продаешь пирожки, ты не продаешь себя. Ты должна это делать. Если тебе дают это дело, пожалуйста, выполняй и не стесняйся, в конце до концов. Нагима стала, значит, какой-то период, там, может быть, 2 месяца это было, потому что женщина уехала, которая продавала, и она заменяла ее. И я на выходные как-то все время пыталась большинство находиться с ней, вот где она продает пирожки, и я ее поддерживала. Вот. Значит, после полтора, ну, вот до сих пор, вот остальное вы все знаете. Хочу сказать, что не так легко было ей тоже обучаться. Она и работала, и училась. Конечно, это все для себя, я не спорю. Через полтора года закончила школу моя вторая, третья дочь. И
Значит, тоже хотела приехать сюда. Я попыталась здесь ей сделать визу студенческую, и она тоже приехала. Ей Бог, нам Бог дал, просто мы, нам повезло. Она приехала по студенческой визе. Ни один ребенок у меня не нарушал визу. И она тоже получила визу студенческую. Вот до сих пор учится. Она тоже будущий адвокат. У нее, конечно, еще 3-4 года есть время учиться. Затем приехал мой сын. Мой сын сейчас учится, он будущий летчик. Мой сын был один из первых, кто вышел за нашу родину, за наш народ и стал перед посольством, держа плакат на руках. Это был мой сын. Он, значит, через 1,5 года получает диплом, он учится на летчика. Сейчас он проходит практику, он, значит, сейчас набирает свои часы. Бог даст, он закончит, он будет летчиком. Ему 27 лет. Я, мой супруг, мы обучали 3 студентов, и нам это было не легко, но мы это делали. Мы делали это как положено, как нужно. Мой супруг приехал вместе с моим сыном. Затем приехала моя дочь старшая с 2 моими внуками. Она здесь обучала год на ассистента. И, конечно, она не могла учиться больше, потому что так как у нее были 2 маленьких детей, хотя бы она обучала язык, получила вот этот вот диплом небольшой на руки, работала какой-то период. А сейчас в данной ситуации мы с моей старшей дочерью, с Лейла, открыли бизнес большой, и мы сейчас работаем в этом бизнесе вдвоем. Вот. На жизнь не хочу жаловаться. Хлеб есть, крыша есть, дружная семья, Аллахачок Шкюр есть. Вот. Так как я не позволяю ни одному ребенку друг на друга повысить голос, воспитание у меня очень строгое было и есть, даже вплоть до моих внуков, я стараюсь держать все вот эти вот, как сказать, все, что положено у нас в Туркмении с воспитанием и всеми другими делами, я это все поддерживаю. И у нас, слава Богу, дружная, хорошая семья. У меня был вопрос и не раз, и не два. У вас, наверное, очень много денег, вы богатая. Да. Я богатая. У меня 4 моих банка. Это у меня 4 моих банка. Это 4 моих детей. Все, что мы делаем, все, что мы зарабатываем, мы все вкладываем сейчас, в данный момент, в наших детей. И для меня важно их образование, и для меня важна их дальнейшая жизнь. Я знаю, что на старости лет ни меня, ни моего супруга, они не обидят, не дадут в обиду, и думаю, что старость у меня будет обеспечена. Вот то, что касается, что я богата или нет. Слава Богу, душой я очень богатая. Я люблю жизнь. Я в жизни себе ни в чем не отказываюсь. По возможности я все делаю. И отдыхаю, и ездию. Вот. И, значит, все, что можно взять от жизни, по возможности я беру. А главное, у меня чудесные мои дети, внуки. Замечательная семья, вот, чего и я в жизни больше всего хочу. Вот. Вот такая вот у меня история.
Значит, никто и никому нелегко приехать в другую страну и вот так вот легализоваться, там привыкнуть, допустим, с любого, даже у себя в городе, мы вот жили в городе, построили в колхозе дом, значит, переехав в колхоз, нам надо было там обустроиться, познакомиться, везде разные люди. И точно такая же история везде. И в Америке, и в Турции, везде. Везде надо работать, везде надо обустраиваться, чтобы хорошо жить. Вот. Значит, 10 лет, конечно, из моих 15-10 лет я не жалела себя. Я работала день и ночь. Я иногда после уборки делала, я ездила. У меня очень много клиентов было до сих пор. Вот, знаете, и они звонят. Есть люди, которые я не могу отказать. Есть люди такие, которые не могу я отказать, которые мне протягивали всегда руку помощи. И я до сих пор, если надо, я пойду им и уберусь, и что нужно сделаю. И когда им плохо, когда они в госпитале, они никому не доверяются, я всегда нахожусь с ними рядом. Есть у меня 2-3 семьи, которые я не могу от них отдалиться, и они от меня. Вот слава Аллаху, что Аллах меня дал возможность встретить таких людей. Вот. На сегодняшний день вот я сейчас занимаюсь бизнесом, но сейчас в основном я очень много времени теряю на вот эти вот наши дела, связанные вот с борьбой за диктаторский режим. И, допустим, за все 15 лет, слава Аллаху, не было никаких нарушений у меня в Америке. Не воровала, не убивала, не грабила. Нету ни одного репорта в полицию. Я живу, работаю своим трудом. И, слава Богу, у меня история чистая. Вот, если бы у меня были какие-то проблемы с какими-то людьми, там кому-то что-то я должна или что-то, давно на меня был бы репорт. Здесь это дело очень-очень такое, знаете, серьезное. Лучше не влезать в никакие такие дела, чтобы, допустим, тебя судили, или же ты была судимая. Ну, чтобы ты жила здесь без проблем, ты не должна заниматься нелегальными делами. Вот, вот так коротко я сейчас вам рассказала о себе. Вот, что могу еще сказать? Вот такие вот дела. Я жила до, вот сейчас полтора года, как мы переехали в Питтсбург. Нагима живет у нас в Нью-Йорке, но у нее скоро будет свадьба. И я думаю, что со временем Нагима тоже переедет к нам в Питтсбург. Младшая дочь тоже здесь, сын с нами, старшая дочь тоже здесь. Вот, так что, если еще есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните или же пишите. Вот, я могу всегда все рассказать, но я просто не считала нужным вот так вот сесть перед экраном и рассказать о себе, мою там историю, мою жизнь. Вот. И я думаю, я не думала об этом, но все-таки, значит, много было спросов, и я вот решила рассказать вам о себе немножко. Если я вот сейчас занимаюсь вот этой своей борьбой, да, если кто-то считает, что в этой борьбе я лишняя,
Я закрою глаза на гордость, и я тихо отойду. Да, потому что вот видите, разные разговоры, разные глупости, разные все такое. И пишут, но я мало реагирую на это, потому что в моей жизни многие знают. Вот многие знают. И поэтому я даже не думаю, что кому-то нужно ответить. Мой ответ – это игнор. И вообще всем советую, да? Самый хороший ответ – это игнор. Вот. Так что я не считаю нужным, допустим, спорить с кем-то или перебивать его, вот если он что-то говорит. И, ну, здесь в основном все сидят провокаторы, вот, потому что я никому, слава Аллаху, никому ничего не делала плохого. Если бы я что-то сделала, обязательно меня или бы посадили, или бы сдали в полицию. Вот. И вот такие вот дела. Дети у меня все легализованные. Меня воссоединила дочь. Папу тоже. Вот. Так что мы, у нас все нормально, мы легальны. Я с поднятой головой хожу в Америке. У меня нет никакой причины, чтобы я себя опустила или же считала себя в чем-то виновной. Вот такие дела, уважаемые мои земляки. Еще я хочу сейчас извиниться перед вами, потому что вчера, оказывается, я сказала, мне написали, я сказала, 2 августа у нас митинг в Нью-Йорке. Нет, это 2 сентября. 2 сентября, извините, я, наверное, не знаю, как это получилось. Ошиблась, видимо. Ну, хорошо, до свидания, до новых встреч. Если будут какие-то новости, Бог даст, я опять выйду к вам. Я очень благодарна очень многим людям, кто меня поддерживает. Я очень горжусь этим. Я горжусь этим, знаете, которые там двое, трое там выступают, пишут. Мне это до лампочки. У меня есть большинство моих подписчиков, большинство моих даже не подписанных там знакомых, земляков, которые меня очень любят, уважают, и я точно так же взаимно. Я буду идти до конца. Вот. А если кому-то я мешаю, пусть они мне скажут, я могу гордо оставить все и уйти. Всего самого хорошего. Будьте здоровы. До свидания, до новых встреч.